Везде очень красиво, чисто, ухожено. Постоянно убирается территория. Очень все красиво. Там сразу озеро. Красивые места. Хороший чистый воздух. Вид на озеро очень красиво. Такая вот лестница идет к озеру. Очень много ступенек. Спустишься, поднимешься, и уже фитнес. Здесь беседки. Можно вечером отдыхать. Мангал, беседка. Костер можно развести. Сейчас подходим к минеральным источникам. Вот такой вид на озеро. Сами источники, такая вот лестница металлическая, птички поют, хороший чистый свежий воздух, приятные места, полный релакс, как говорит жена. 5-й, 6-й. Все очень красиво сделано, оформлено. Вот такой вот овраг. Просто даже посидеть, послушать птиц. Круто. Вот здесь состав минеральной воды источника номер 5 и источника номер 6. Другие источники мы пока что еще не нашли. Надо походить, поискать. Очень красивый. Сосны, ели, какие деревья. Берем водички и пойдем дальше процедуры делать. Идем за водой в ночное время. Светятся фонари. Довольно красиво. Кто-то ломает лес. Вот. Я вам показывал в дневное время фонари, а теперь в ночное очень красиво все. Здесь смотрится. Вот такая вот красота здесь. Такая вот красота. Источники санатория, родники. Даже в ночное время сюда люди приходят за водой. Кто пьет сырую. Мы пришли набрать специально, чтобы попить вечером чай с хорошей вкусной воды. Вода очень вкусная, нам понравилась. Там видно озеро. Сильно темно, конечно, тут уже.
не рассмотрите. Нам очень понравился этот санаторий. Теперь, надеюсь, может быть, будем приезжать сюда всегда. Мы довольны, впечатлены. Очень красиво. И ночью даже здесь. Воздух свежий. Дышать полной грудью. Здесь такие беседочки. Большая беседка. Маленькая беседка. Просто вон столики стоят. Мангал под крышей. Даже в дождливую погоду можно снять беседку, мангал. Приготовить что-нибудь на огне. Дрова заготовлены. Есть розетка, свет можно включить вечером. И если есть желание, можно развести костер и посидеть возле костра. И это все недалеко от жилых домиков. Если сидеть вот в этих столиках, то у вас даже будет видно и озеро. Приехали на выходные дети. Кстати, можно, чтобы приезжали на выходные родственники, знакомые. И вот в этих беседках, что я вам показывал, можно сидеть, делать шашлык, отдыхать. И мы сегодня, вот в воскресенье, решили с семьей покушать жареного мяса. Сейчас приготовим. И будем целый день отдыхать. Пойдем покатаемся на катамаранах, если погода не испортится. Здесь вчера люди отдыхали. Целое дерево навязали веточек. Что-то тут делали. Интересно, для чего так украшали. Смотрится довольно оригинально. А там вон видно лестница, которая идет к озеру. Ну, можно вот спуститься и по тропинке. Благодать. Я доверчива была, я была послушна. Thank you.